Если бы законы писали люди, которые не имеют отношения к коррупции, это было бы замечательно. Но боюсь, что и этими вопросами занимаются люди не совсем чистые на руку. Потому что многое, что я вижу, многие люди инициируют написание того или иного закона не просто для того, чтобы написать закон, а для того, чтобы его услышали, для того, чтобы его узнали, для того, чтобы он стал притчей во языцах. Пусть даже это будет скандальная история, но человек показал себя, о нем заговорили, ему уже достаточно. А результаты не всем важны, к сожалению.